Писательство — это путешествие в неизвестное. Что мы знаем о творческих муках? Мы считаем тебя гениальным. Спасибо. Я должен перестать потеть. Она видит, как капли падают с моего лба. И о том, к чему может привести написание сценария. Ну, ты меня знаешь, полтренер Звериха. Я не могу ничего придумать, и в последнее время я стал плохо спать. Открой глаза, Дональд. Николас Кейдж. Я толстый, жалкий. Мэрил Стрип. Я хочу опять стать ребенком. В фильме «Адаптация». 23 февраля в 20:30. Премьера на «Иллюзионе плюс».